все, опустить крепление! Вниз! А вы готовы к космическому старту? 10, 9, 8. Что насчет 7? Я сказал 7! Так, давайте еще раз, на всякий случай. Окей! На ферме, где все кажется, ну, таким, обыкновенным. Где пастушки-собаки, свирепы, как крутые спецназовцы. Рэмбо может пасти стада, охранять, преследовать, выслеживать. Он также первоклассный дозорный пес. А потом прекрасный принц поцеловал ее. Да, ну почти все. И этим поцелуем закрепил их любовь навеки. Где волки, законодатели мод. Я Карл, волк Карл. О, тот самый волк Карл? Известный дизайнер? Ну, еще парфюмер, бизнесмен, и я воплощаю мечты. Так почему бы обычной овечке не полететь в космос? Хорошо. Ты о чем? Я отправляюсь на Луну. Чао. Ну как же ты собираешься долететь до Луны вот на это? Это ведь сначала до стратосферы, потом дважды вокруг Земли. А? А? А дышать чем там, в космосе? Ой. Ага, это центр управления полетом. Давайте, ребята! Вот самое время! Блэкки летит на Луну. Да ладно, ноль! Поехали! Люди Луны, мы пришли к вам с миром!